Olympus MU550WP относится к классу компактных цифровых камер и обладает уникальной особенностью. Она защищена от влаги и водонепроницаема на глубине до 3 метров. Разумеется, снимки можно делать и в воде. Наверняка такой аппарат захочется взять с собой в отпуск. Уместно он будет смотреться и на пляже. Но давайте разберемся, что же еще может предложить Olympus MU550WP. В небольшой коробке находится гарантийный талон, инструкция пользователя, в том числе отдельная по особенностям влагозащищенности, переходник на карты памяти microSD, диски с драйверами и программным обеспечением, кабеля USB для подключения к компьютеру и внешнему дисплею, шнурок, аккумулятор и зарядное устройство к нему. Сама камера расположена в отдельном отсеке. Olympus MU550WP оснащен 10-мегапиксельной матрицей и способен задействовать трехкратный оптический зум. Размер кадра может составлять до 3648 на 2736 пикселов. Есть и съемка видео в разрешении VGA с частотой 30 кадров в секунду. Аппарат также возможно использовать в роли диктофона для записи звука. Оптимальное значение ISO выбирается автоматически в соответствующем режиме, но можно задать его и вручную в диапазоне от 64 до 1600 единиц. Как и полагается камере пользовательского класса, в наличии большое количество сюжетных программ съемки, в том числе портрет, пейзаж, ночной режим, спорт и другие. Есть и режим iAuto, в котором автоматика самостоятельно подберет все параметры. Он хорошо подойдет начинающим фотографам. Предварительный просмотр кадра и работа с меню осуществляется посредством 2,5-дюймового ЖК-дисплея. Аппарат поддерживает флеш-карты фирменного олимпусовского формата XD Picture. Впрочем, в комплекте есть и переходник на microSD. В помощь фотографу придет также система стабилизации кадра и автофокусировка с самостоятельным определением лиц в кадре. В духе современных тенденций прямо в камере встроены инструменты редактирования фотографий, позволяющие изменить размер изображения, откадрировать его, убрать эффект красных глаз и исправить ошибки, вызванные плохим освещением. Питается аппарат от литий-ионного аккумулятора емкостью 710 мАч. Эргономика камеры традиционно удачная. По форме это классическая мыльница, обтекаемая и удобно лежащая в руке. На выбор доступны два цвета – черный и голубой. По нашему мнению, сочетание этих базовых цветов с серебристой окантовкой и элементами выглядит довольно стильно. Материал корпуса матовый, приятный на ощупь. Впрочем, принимая во внимание скользкую форму, было бы не лишним на его поверхность добавить шероховатых вкраплений. На правой стороне находится выдающееся ушко для ремешка. Там же за заглушкой скрыт совмещенный порт USB. Аккумуляторный отсек и слот для карт памяти размещены в нижней части камеры. Запирающие заглушки толстые, прорезиненные, что и обеспечивает герметичность этих важных отделений. Сверху находятся клавиши включения и спуска затвора. Все остальные элементы управления сосредоточены на тыльной стороне аппарата. Слева от экрана двухпозиционная кнопка для управления зумом. Ниже нее клавиша просмотра отснятых кадров, их удаления, вызова меню и быстрого выбора режимов съемки. Между ними расположен четырехпозиционный джойстик, с помощью которого осуществляется навигация по меню. Само оно довольно простое и не вызовет сложностей даже у неискушенных фотографов. Подытоживая, можно сказать, что Olympus MU550WP отлично справится с летними отпускными фотографиями как в воде, так и вне ее. А простота настроек, 13 предустановленных сюжетных программ и режим iAuto позволят получать снимки высокого качества даже начинающим. Камера изготовлена очень качественно, что, впрочем, неудивительно, ведь проектировалась она с учетом необходимости защиты от влаги. Аппарат комфортно лежит в руке, быстро готовится к съемке и удобен в переноске. Он легко поместится даже в нагрудном кармане рубашки. А с учетом хорошего качества фотографий и невысокой цены, Olympus MU550WP представляется довольно неплохим вариантом на приобретение в своем классе. По ситуации на середину июля стоимость этой камеры на сайте Розетка.ua составляет $191.